Привет всем зрителям Муза. Это Топ-хит-чарт. С вами Митя Фомин. Напоминаю, что Топ-хит-чарт – это 30 любимых хитов нескольких десятков миллионов радиослушателей. Полную версию чарта и сотни лучших треков ищите на сайте tophit.ru. Ну а на Музе смотрите самые горячие клипы недели. Кстати, сегодня мы подводим итоги последнего летнего месяца. В списке самых популярных хитов августа «Моя хорошая песня». Хорошие песни, веселые танцы. Так хочется жить и влюбляться, быть вместе и никогда не прощаться, везде успеть и вместе спеть хорошие песни. Ладно, смотрим клип. На 28-й строчке антигерой Марлон Рудет. В общем-то, в том, что он засветился в нашем итоговом августовском чарте, нет ничего удивительного. Вы слушали и голосовали за его песню все лето. Я, конечно, могу сказать, что тоже являюсь его фанатом и с удовольствием посмотрю клип Марлона. Ведь антигерой рассекает там на культовом американском авто Dodge Challenger второго поколения. Тачка безумно похожа на своего прадедушку 70-х годов, который снимался в фильмах «Исчезающая точка» и «Двойной форсаж». Принимать ответственное решение легче тогда, когда нет выбора. Но к нашему чарту это ведь не относится. Здесь на 30 вакантных мест сотни претендентов. Так что определить, кого из них взять эфир, а кого оставить за порогом, без вашей помощи было бы очень трудно. И именно благодаря вам юная певица Эльвира Т. в итоговом чарте заслуженно занимает почетное 23-е место. Топ-хит-чарт составлен на основе данных о ротации на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом tophit.ru. Здесь только лучшая музыка и только самые популярные синглы со всего света, проверенные временем и вашими радиоприемниками. На 22-й строчке британская певица, танцовщица и модель Шерил. На 21-й строчке Гаутье и Кимбра. Летом их композиция «Somebody that I used to know» разошлась по миру тиражом в 7 миллионов копий, покорила хит-парады 20 различных стран. Достижения румынской певицы Мишель в этом смысле намного скромнее. Правда, это не помешало ей обогнать Гаутье и занять топ-хит-чарт 20-ю строчку. Но прежде чем мы начнем смотреть следующее музыкальное видео, предлагаю вам все же подняться еще на одну позицию выше. Ха-ха, уверяю, вы не пожалеете, потому что на 19-м месте официальная песня «Евро-2012». Продолжает итоговый чарт король танцевальных радиоэфиров Мишель Телло. Его мегапопулярный трек стал настоящим открытием года и покорил сердца меломанов нашей страны. Хотя не только нашей. К середине лета его песня «Носа, носа, айсе у тепего». Вы так знаете, разошлась тиражом в 16 миллионов копий и стала одной из самых скачиваемых композиций в Европе и США. Все лето Ева Польна поддерживала в своих поклонниках лирическое настроение. В общем-то, им это нравилось. Они частенько заказывали ее композицию «Я тебя тоже нет» на радио и голосовали за нее в музыкальных чартах. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Еве пока так и не удалось пробиться к вершине нашего парада. Лично мне очень бы хотелось видеть ее среди наших победителей. Пожалуйста, примите это к сведению и посмотрите еще раз прекрасное видео не менее прекрасной Евы. Оно у нас на канале. Как только заканчивается время отпусков и каникул, вся страна начинает дружно мечтать о длинных новогодних праздниках. Кстати, если вы еще не решили, куда поехать встречать 2013 год, посмотрите клип следующих участников топ-хит-чарта. А еще лучше внимательно послушайте слова песни. Поверьте, вы убедитесь, что Рио-де-Жанейро – сказочный город.
Это топ-хит-чарт, самый независимый хит-парад современной музыки. У нас только актуальные клипы и мегапопулярные исполнители со всего мира. И прямо сейчас начинается самое интересное. Will.i.am и Ева Саймонс открывают десятку лучших. Ну а ровно на строчку выше на них радуются. 9-й позиции East Movement и Justin Bieber. Кстати, их видео мы сейчас и посмотрим. Я хочу поделиться с вами важной новостью. 16 сентября в 12 часов дня прямо здесь, на месте канала Муз, начнет свою работу новый молодежный развлекательный канал Ю. Мода, любовь, стиль, знаменитости, популярные мировые шоу и сериалы – все будет там. Итак, 16 сентября в 12 часов дня старт нового молодежного канала Ю. Будьте начеку. Мы с вами обязательно увидимся на Муз ТВ, а пока смотрим клип «Аура Дион», 6-я строчка топ-хит-чарта. Мы у тройки лидеров, и мне совсем не хочется испытывать ваше терпение и долго скрывать имена победителей. Так что объявлю их без лишней патетики. Итак, на третьем месте певица Лорин. На второй строчке моя соведущая топ-хит-чарта Нюша. Правда, на нее вы еще успеете насмотреться в следующем эфире, так что предлагаю послушать нашего бронзового призера. Теперь самое интересное. Я объявлю лидера нашего чарта. Хотя, если вы следите за радиоэфирами нашей страны, я вас уже ничем не удивлю. Попадание композиции «Flo Rida Whistle» на первую строчку вполне предсказуемо. Рэпер Flo Rida стал лучше в нашем чарте, а мне остается только напомнить вам, что топ-хит-чарт составлен на основе данных о ротации на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом tophit.ru. До нашей следующей встречи остается ровно 7 дней. С вами был Митя Фомин. Мне пора.